Що тут можна сказати? Новини дивитися потрібно, але дивитися з розумом. І інколи люди говорять, що не хочуть дивитися новини, тому що це впливає на внутрішній моральний стан, так, впливає на самопочуття. Але ж я думаю, що якщо людина особистість, вона все сприймає адекватно, вміє аналізувати інформацію. І для цього потрібно бути, ну, мабуть, успішним. Успішним. А хто такий успішний? Нам розкаже Роман Кириченко, коуч, який все знає про те, як стати успішною людиною, а головне, як долати це бажання постійно бути успішним і крутим. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Сказали, знаю, как быть успешным. Это очень глобальный вопрос, но точно я работаю с теми вопросами, которые мешают людям быть собой. А для каждого человека слово «успех» оно очень индивидуальное. Вот, но самое важное, что я заметил, тенденцию, когда мы прорабатываем вопрос, вот, который человека блокирует, или он идет не к своим целям, и он понимает, ага, вот это мне не надо, а вот это вот мое. Так. Вот там вопросы крутости какого-то успеха отпадают, но человек как-то автоматически начинает радоваться жизни, у него начинает в ней появляться то, чего он хотел всегда. Тобто, дивись, можемо почати ще з того, от найголовніша причина, яка заважає людині бути щасливою. Желание нравиться другим. Это вот первое, что пришло, она более часто. Есть более глубокие причины, но к ним мы приходим уже после того, как поверхностные сняли. Но основная — это когда человек пытается подстроиться под других, пытается быть хорошим для других или двигаться каким-то целям, потому что вот у других есть и мне надо. Да. Вот. А получается, а внутри хочет чего-то другого. Ну, банальный пример, там круто считается там иметь Мерседес, а человек в глубине души хочет себе там, я не знаю, Ауди. И вот покупает Мерседес, он стоит, я не знаю, 100 тысяч, он ездит на нем, никакой радости. Понимаете, а все это было сделано, потому что там вот было навязано. Условно. Ну, потому что у друга такие да. Вот. А когда человек взял и понимает, ага, да я вот это вот хочу, для него первый момент, он становится, ему легче становится, он становится свободнее и получает радость от того, что он делает. И при этом хуже про него никто не думает, а всем только лучше. Так, Романе, але от я колись читала Фрейда, да, дійсно було, так і читала Фрейда. О, папа. І там був такий вислів, от мені він дуже так запам'ятався, що все, що робить людина у житті, насправді вона робить для визнання. Усе. Тобто, починаючи з дитинства, в школі, так, завжди ми хочемо, щоб нас оцінили. Так чи інакше, навіть коли ми говоримо, що нам це не потрібно, ми для себе. Ти погоджуєшся з цим? Очень глибокий вопрос, тому що согласен, что это идет из детства. Часто отношения родителей и детей, они превращаются в товарно-денежные отношения. Получил пятерку – молодец. Получил двойку – ай-яй-яй. Вот. И, соответственно, ребенок подстраивается просто под то, чтобы получать любовь родителей, которая по факту должна быть безусловной, потому что для ребенка любовь равно безопасность. Если нет любви, он себя чувствует опасным, а родители — это единственный проводник в этот большой мир, который для него еще неизвестен. И получается, что в детстве у нас может заложиться модель, если вот родителям так проще управлять ребенком, вот, ну, грубо говоря, манипулировать. Соответственно, ребенок привыкает, что вот мне надо быть таким, чтобы получать это. Ну и в принципе в дальнейшей жизни, мне, если он выходит на работу, мне нужно угождать начальнику, чтобы там добиться какой-то карьеры. То есть уже нету речи о том, чего я хочу, и в принципе не звучит такого. Ну и представьте, как это вообще жить, когда, грубо говоря, они желания где-то есть, но я их не могу выполнять. Вот, ну, по сути, человек сам себя запрещает, потому что мне нужно получать любой вот таким вот способом через подстраивание под кого-то. И жизнь получается на немного похожа на каторгу. Слухай, ми, знаєш, плавно підійшли до питання чесності з самим собою. Скажи мені, чому люди бояться бути чесними з самим собою? От найважливіші фактори. Потому что это подразумевает некое открытие, а когда человек открывается, это как зона опасности, потому что, ну, с каждым, я думаю, случалось. Складно. Предавали там. Да. Вы в чем-то признавались человеку, хотели как-то разъяснить ситуацию, он вас бил в эту больную точку. То есть с каждым такое было, но поверьте, даже эти ситуации, они не стоят того, чтобы вот замыкаться, закрываться, потому что энергии на то, чтобы быть закрытым, тратится намного больше. Это также не означает, что надо всем все рассказывать, но вот самая большая проблема из-за того, что люди не делятся эмоциями, не проживают эти эмоции и не говорят как бы так, как оно есть. Потому что, ну, бывает, что человек вот, он что-то делает не так, но и никто не скажет ему, он продолжает делать так, потому что не видит, а другой думает, блин, я сейчас скажу,
и будет про меня думать плохо, так, или дружба закончится. Но какая дружба, если она основана на нечестности? То есть какой это друг, если он за правду просто возьмет и вот так вот закончит ее? Поэтому вот эти эмоции, которые сдерживаются, скапливаются, в итоге выплывают в какие-то заболевания, в нервные срывы, еще во что-то. А когда человек свободно проявляет эмоции, не боится, что ему туда, как говорится, ну, что-то плохо сделают, тогда і чоловіку хорошо, і з ним рядом хорошо, тому що нет напряження. Так. Якщо немає друга поряд, якому ось так можна відкритися. Я так розумію, можна відкритися коучу. Так? Да. До тебе приходять і вважають тебе своїм другом, відкриваються. Взагалі, для чого працювати з коучем? Вопрос очень глубокий. Первое. То есть в моей работе вообще нету никаких оценок, никаких осуждений. Важно, чтобы человек был честен с собой. Потому что когда человек попадает ко мне, это пространство некого доверия, некое пространство, в котором он может решить свои вопросы. То есть моя задача – помочь решить человеку вопросы. И за свою практику уже наслушался всего чего угодно, абсолютно разных ситуаций. И меня чем-то достаточно сложно удивить. Зараз запитаю, психологи сами ходят до психологов? Обязательно. Так? Поймите, я должен двигаться в несколько раз быстрее, и я постоянно работаю над собой. То есть даже сейчас я прохожу 3 курса, условно повышение квалификации. Вот. И работаю тоже с персональным коучем, потому что мне важно свои вопросы прорабатывать. Это неотъемлемая часть любой профессии – коуча, психолога, психотерапевта, потому что мы также люди. Да. Вот. Да, и поэтому человек, когда приходит, он, первое, может рассчитывать, что там есть полная конфиденциальность, второе, там его услышат, и третье, помогут решить его вопрос, потому что коучинг очень направлен на смену мышления и мировосприятия человека. Когда меняется мышление, человек на себя смотрит по-другому, он осознает, что ага, вот тут я делал это для других. И у него меняется угол, и как будто груз с плеч спадает, и он начинает двигаться по-другому. Вот. И это было бы невозможно, если бы он не признался в некоторых моментах именно себе. Вот. Потому что важно, самое главное осознание происходит, когда человек это понимает, проговаривает, и у него как будто пазлы становятся по местам, и все, так мне это вообще не надо, мне нужно вот это. И фух, то есть это прям по тону голоса, по состоянию тела, он может быть напряжен, потом бах, как плечи вот так вот, как будто кто-то отпустил. Да, поэтому вот... У меня человек может говорить все, что угодно, и мы занимаемся тем, чтобы ему стало легче, а не обмыванием, там, какой он там, грубо говоря, поступил. Тобто ти змушуєш людину подивитися з правдою в очі і все, і почати життя з самого початку. В цілому, да, но є один нюанс, я не змушую. Тут это просто важный нюанс. Почему? Потому что человек сам приходит ко мне. Мы с человеком обсуждаем, что мы, возможно, будем затрагивать какие-то темы, которые он не со всеми может обсудить. Вот. И мы идем в эти темы лишь тогда, когда человек готов. Mm-hmm. Потому что сначала мы снимаем какой-то верхний слой, то человек приходит с какой-то жалобой, его волнует. Да. Меня там, я не могу управлять персоналом больше там, 50 человек, грубо говоря. А получается, что у человека есть какая-то глубокая там неуверенность, основанная на страхе того, что его там предадут или кинут и заберут бизнес, условно говоря. Потому что кто-то когда-то на каком-то маленьком уровне так поступил там, в начале его карьеры, условно говоря. Є важливе питання. От, знаєш, проводили багато дослідів, і психологи кажуть, що основні блоки людини, вони йдуть саме з дитинства. Це так і є? Во многом, да, там очень много базовых вещей, особенно то, что вначале мы обсуждали по поводу любви. То есть если у человека недостаточно любви, он ее по жизни там пытается заслуживать, это вот одна из причин, по которой он может идти не туда, куда он хочет на самом деле, а для того, чтобы эту любовь получить. И, соответственно, там очень много вещей, но также не будем отрицать то, что и в процессе школы, в процессе университета, работы, там тоже какие-то тяжелые, разрыв там у человека был, тяжелый развод. У меня была ситуация, с клиентом мы прорабатывали. Вот он там начал считать, что он неудачник, там и вот все прям ничего не получается, понимаете? А когда мы перешагнули грань, у него все уже стало хорошо, понимаете? Ну, у него просто было осознание, что он сам себе придумал определенные вот эти вот вещи. Хотя травма была тяжелая, он уже был взрослым, понимаете? От, до речі, ти знаєш, ти класну фразу сказав, що сам собі придумав. У людей досить часто, що вони самі собі якісь там блоки ставлять, кажуть, я не можу, хоча він реально це може. От скажи, з чого людина повинна починати, на твою думку, так, щоб уже робити перші кроки і долати ці блоки, долати невпевненість туш? Ну, перше, найголовніше, чого багато людей збігають, це відповідальність. Тобто прийняти
что ответственность — это хорошо. И вот отличие взрослого от ребенка, то, что у ребенка больше преобладает там «я хочу», там «требовать», угу. Вот, и он ловит от этого кайф, что он вот так вот там условно получает желаемое. А взрослый, когда он там уже сепарировался от родителей, то есть, ну, внутренне вот это вот, не то, что мы там попрощались и сказали «до сюда», нет, все окей, вот, но внутренне он стал как самостоятельным. У него появляется кайф от ответственности. То есть, когда он берет новую задачу, он с драйвом туда двигается, понимаете? И это возможно лишь тогда, когда человек внутренне там довзрослел. Вот. И, соответственно, с этого и начинается. Он понял: все, я так больше не хочу. Вот. Или я хочу вот так вот. И это, я не знаю, как это описать, это как внутренний какой-то щелчок, потому что у меня в жизни такие ситуации тоже были, вот там, просто что-то не получилось, ты на неделю залип там непонятно в каких делах, там, я не знаю, под одеялом лежал, условно говоря. Потом понимаешь, нет, это вообще не мой путь, и тут оно как-то начинает меняться, понимаете? То есть все, человек осознает, что нет, все-таки моя жизнь, моя ответственность, вот, на словах это просто, но как бы путь такой, он не всегда простой. И тогда начинает он просто потихонечку действовать, потому что не надо всегда рассчитывать, что там я решил и все, тут глобально все за день меня. Это невозможно, человек через неделю устанет и вернеться в ту же позицию. Ну так, ми знаємо людей, які була одна людина, пішла до психолога, все, я пішла до психолога, я оптиміст, я посміхаюся, там, ну, деякі вирази, там у вас завжди буде зелене світло на світлофорі, потім червоно. Що ж таке, я ж з психологом працюю. Щось не вийшло. Так, потрібно все має бути в рожевому кольорі, так? Все постепенно, не буде нічого в рожевому кольорі, поймите, це точно класне порівняння, я завжди його привожу, от ви йдете в спортивний зал, і ви можете вижать штангу 50 кілограм. Якщо вам дати 150 килограмм, она просто раздавит. Так. Понимаете, вот точно так же и с вот этими всеми вещами. Очень классный пример. Я когда-то в каком-то ролике услышал в Ютубе, что люди многие хотят, чтобы их желания вот сразу сбывались. Да. Но вы подумайте, вот подслеживайте, с какие мы. Вот если все мысли будут сбываться, которые вы думаете, там есть часть. Это будет жах. Да, человек доживет, там, ну, максимум 3 дня протянет. Понимаете? Да. Поэтому вот пока человек не почистит сознание, не почистит какие-то вот ощущения, убеждения, вот, ну, условно говоря, абстрактно, мир не даст ему вот сразу вот много. Потому что человек просто может не выдержать. Его психическая система не выдержит, потому что. Вот, ну, банальный пример — это в лотерею, когда люди выиграют большие суммы. Ну, мы все видим, готовы просто, да, чем да. Это все оборачивается. Роман, ну і наостанок такі просто поради, якщо людина замислилася над тим, що потрібно щось змінювати, прийшла до коуча, які перші, ну, там, 5 запитань ти ставиш? Первое, чего она хочет? Второе, почему для нее это важно. Третье, как она поймет, что как человек поймет, что он это получил. Четвертое, что мешает, собственно говоря, это получить. Потому что важно, чем эти вопросы важны, тем, что человек сам осознает. Понимаете? Да. То есть в коучинге важно, чтобы не было привнесения моего мировосприятия или каких-то там правил. Вот. Ну а пятый вопрос, он будет зависеть от ответов на предыдущие 4. Вот, потому что я двигаюсь вот непосредственно за желаниями, условно говоря, человека, но я их читаю между строк, потому что человек может сказать тонну информации, а там будет важных 2 слова, за которые он держится. Але ты уже потом бачишь картинку. Конечно. Насправді, коли по відповідям людини, ты розумієш, що насправді їй потрібно, так? Не, вот тут важный момент. Я вижу, куда стоит обратить внимание, потому что человек может там говорить: я всегда делаю вот так, мне это там не нравится. Вот. И видно, что среди всех слов проскакивает вот такая, допустим, модель поведения. И вот конкретно моя задача — поработать не над жалобой этого человека, потому что ему не нравится вот все, что происходит, но причина — это его модель поведения. Так. Он привык там не решать, допустим. Вот. И мы работаем вот конкретно над этой моделью поведения, и в этом вопросе я уже углубляюсь и смотрю, что влияет на человека, вот, и что, куда надо обратить внимание, чтобы эта модель менялась. Вот. Но меняет ее внутренне сам человек по факту. Так. Я как бы сопровождаю, помогаю немножечко обратить внимание, так сказать, на то, что необходимо обратить внимание. Так, Ром, ну, дякуємо тобі. Інакше і бути не може. Ми самі тільки можемо побудувати власне щастя, власне життя. Але такі люди, як Роман Кириченко, коуч, нам у цьому допомагають. Ну
що, друзі, особливо важлива інформація, сенсаційна зараз на нашому ютубчику, правда, тут медіа, будуть найцікавіші моменти за усю попередню неділю. Підписатися обов'язково. І ось такий дзвіночок, чули? От натисніть на нього і будете бачити нас завжди. We'll be right back.